друзья, всем привет! Эх, что-то низко у меня там камера стоит, вертик горизонтально поставила на подставку, впервые в жизни. А, куда ты побежал? Зек, у меня песик хотел утащить мое полотенце. Нельзя! Видишь, что делает? Ой, в общем, у меня тут вода набирается, перебор уже. Так что нам сейчас весело живется с песиком. Вода уже много-много ее набралась. Перебор. Перебор воды. Короче, сегодня я хотела что сказать. 27 июня 2022 год. На улице вообще холодно на самом деле. Солнышка вообще нет. Ветер холодный. Дома, знаете, хожу. Хожу в теплых тапочках, в халате. Теплая кофта. Ну, может, конечно, батарею включить, но не для этого. Так, ладно. В общем, будем закаливаться. Ах, много воды. Иногда я решила, буду выходить и вливаться с вами. Сегодня я одна, с подставкой, с вами, друзья мои. Так что... Ох! Джек! Не вздумай! Хорошо-то, но зато так бывает нехорошо, когда только-только собираешься. А теперь холодной-холодной водой. Вот это самый кайф. Это самое крутое. Ножки. Шейка, ручки. Ну и спинка. А теперь все. Кстати, у нас Джек уже подрос. Дочь готовит мороженое, представляете? У нас готовится дома мороженое. А еще я поставила воду для того, чтобы попить чаек горяченький. Ну все, всем пока. С вами была Алена Морозова. Закаляйтесь, занимайтесь спортом. В общем, иногда я буду выходить и закаливаться с вами. Это тогда, когда мне страхово, например, будет, когда не будет хотеться. Ну все, пока.